видеонаблюдения HyperCam M2 умеет многое и не требует специального контроллера для работы. Главное установить на смартфон приложение и не забыть емкую флешку. Камера HyperCam M2 поставляется в крупной картонной коробке, где можно обнаружить саму камеру на моторизированной платформе, хитрый штатив-опору с комплектом дюбелей, плюс адаптер питания со специфическим разъемом. Камера выполнена в классическом формате купола с моторизированной поворотной платформой. Она может вращаться автоматически в режиме слежения за объектом в камере, либо вручную из приложения. На блоке камеры в форме шара есть слот для карты памяти microSD до 64 ГБ. Он скрывается под объективом и не заметен при использовании. Остальные разъемы питания и Ethernet вынесены на нижний край подвижной платформы. Плюс снизу есть дюймовая головка установки на комплектный держатель. Также в основании платформы можно заметить громкие динамики камеры, через которые можно транслировать ваш голос, либо задействовать их как сирену при срабатывании детектора движений. Мобильное приложение – это главный способ управления камерой M2 и всей системой умного дома от Hyper. Со смартфона можно просматривать изображение с камеры и скачать нужные ролики из архива, настроить качество записываемой картинки вплоть до HD разрешения с частотой до 60 кадров в секунду. Опций и возможностей у камеры достаточно много, особенно для автономной системы наблюдения в квартире. HyperCam M2 умеет самостоятельно вести архив наблюдения до 8 суток, либо записывать видео только при срабатывании детектора движения. Для эффективной съемки в темноте эта камера поддерживает черно-белый ночной режим и оснащена 4 лампами инфракрасной подсветки. Кроме того, есть отдельный датчик движения, а встроенный софт позволяет камере наблюдать за движущимся объектом, вращая моторизированную платформу на 360 градусов. We'll be right back.